вернитесь в исходное положение, руку на висок, наклонили голову, вытягиваем боковую поверхность шеи. Дышим, расслабляем мышцы шеи. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Заключительный вдох. И выдох. И возвращаем голову. Меняем сторону на другую точно так же. Рука на висок. Наклонили голову. Расслабили плечи. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Заключительный вдох. И выдох. Вернитесь в исходное положение. Руки в замок и замок на затылок. Выровняли позвоночник, проверили, чтобы не было прогиба. И на вдохе надавливаем головой на руки, руками сопротивляемся. Выдох, отпускаем напряжение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Заключительный вдох и выдох. Опустите кисти на шею, сделайте воротник и круговые движения головой. Прокатываем голову по рукам, расслабляем мышцы шеи. Так, и в обратную сторону также повращали. Заключительный раз. И вернитесь в исходное положение. Проверьте теперь шею, посмотрите в одну сторону, в другую, вверх, вниз. Убедитесь, что движение шеи головой свободное. Так. И затем переходим на плечевой пояс. Рука на плечо. С выдохом локоть опускаем. Вдох. Поднимаем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, заключительный выдох, убрали руку назад, взяли локоть, придерживаем поясницу, соберите мышцы пресса и сегодня сделайте на выдохе, отводите локоть назад, вдох, возвращаем, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, еще выдох, вдох, заключительный выдох, вдох, взяли себя за плечи, сделали рампу, вдох, вытяжение вверх, прогиб назад, выдох, исходное положение, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, еще вдох, выдох, заключительный вдох, выдох, опускаем кисти на основание шеи, кисть на кисть. И на выдохе поднимаем плечи, уводим локти назад. Вдох, возвращаем.
выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще раз выдох, вдох. Достаточно. Перевели кисти на плечи, локти в стороны, выдох. Тянемся назад, вдох, исходное положение. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще выдох, вдох и выдох. Потянулись до конца, опустили локти, плечи вниз, макушкой вытягиваемся вверх. Вдохнули, выдохнули. Отпускаем вытяжение, выталкиваем поясницу, спину назад. Потянитесь, расправьтесь. Так. И на другую сторону точно так же. Рука на плечо, выдох. Опускаем локоть, вдох, поднимаем. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще раз выдох. Вдох и заключительный выдох. Убираем локоть назад. Руку назад, взяли локоть. Придерживаем пресс и поясницу. На выдохе отводим локоть. Вдох, возвращаем. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох. Еще выдох. Вдох. Заключительный выдох. Вдох. Возьмите себя за плечи, сделайте рамку. И на вдохе вытяжение вверх, прогиб назад. Выдох. Исходное положение. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох и вдох, выдох. Опускаем кисти на основание шеи, кисть на кисть. На выдохе поднимаем плечи, уводим локти назад. Вдох, возвращаемся в исходное положение. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще выдох, вдох и выдох, вдох. Переведите кисти на плечи, локти в стороны, выдох, тянемся назад, вдох, исходное положение. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще раз выдох и опускаем локти, плечи вниз, макушкой вытягиваемся вверх. Вдохнули, выдохнули. Отпускаем вытяжение. И выталкиваем поясницу, спину назад. Потянулись, расправились и возвращайтесь в исходное положение. Так. Следующее упражнение. Ставьте ноги пошире. Поднимаем руки вверх. Вращение плечами, лопатками назад. По кругу повращайте. Дыхание спокойное, ровное. Так, еще немного. И заключительный. Выдох, расслабили руки.
подвигали, встряхнули плечами. И затем убираем руки на область почек, лопатки друг к другу. Одно плечо лопатка вверх, другая вниз. Меняем по очереди. Одна вверх, другая вниз. Так. Заключительный раз. И выталкиваем лопатки назад, руками тянемся вперед. Затем руки оставьте в обратном замке, вытягиваемся вверх. И на выдохе боковой наклон. Вдох, подъем. Выдох в другую сторону. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, еще выдох, вдох, выдох, вдох. На следующем выдохе фиксируем наклон, дышим, вдох, выдох, вдох. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Подъем. На другую сторону также выдох. Сжали бок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Заключительный вдох. И выдох. Подъем. Опустили руки. Потянитесь плечами, лопатками назад, вверх. Расправьте спину. И возвращайтесь в исходное положение. Ноги ставим как обычно и переходим к работе с руками. Прощелкиваем кончики пальцев. Пощелкайте пальцами. Так. Затем сжимаем, разжимаем кулаки. Достаточно. Стряхните кистями, соедините руки, пальцы елочкой и смещаем одну ладонь вверх, другая вниз. Немножко вытягиваем, массируем пальцы. Так. Достаточно. Стряхнули кистями и затем выводим руки перед собой. Выдох, опускаем, кисти вниз, вдох, поднимаем, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, заключительный выдох, вдох, разводим руки в стороны, также выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, еще выдох, вдох, выдох, вдох, заключительный выдох, вдох, встряхните руками, встряхните кистями, расслабьте плечи и затем руки снова разводим в стороны, вращение в локтях, повращайте по кругу. При этом стараясь руки держать более-менее расслабленно.
одну сторону. Достаточно. Стряхните снова руками, расслабьте их. И затем руки крест-накрест, ладонь в ладонь, пальцы в замок. Выдох. Выпрямляем руки. Вдох. Возвращаем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще раз выдох, вдох, меняем хват, на другую сторону точно так же, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, еще два раза выдох, вдох и выдох, вдох. Стряхнули руками, расслабили кисти. И затем одна рука, ладонь вверх, надавливаем на ладонь, дышим. Вдох. Выдох. Чувствуем, как вытягивается запястье. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. И ладонь вниз, большой палец направляем к предплечью, также вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох и выдох. Меняем руку на другую, точно так же надавить. Надавили на ладонь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Ладонь вниз, большой палец к предплечью. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Стряхните кистями, расслабьте руки. И затем разводим руки в стороны. Ладони смотрят вверх. Со вдохом потянулись назад. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, еще вдох, выдох. Развернули ладони вниз, повторяем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще вдох, выдох. Ладони вверх, руки увели максимально назад, удерживаем их, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Заключительный вдох. С выдохом опускаем руки, берем сидушку, выталкиваем грудную клетку вперед, дышим, подтягивая живот, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Освободите руки, вытолкните поясницу, спину назад, скомпенсируйте прогиб. Потянитесь, расправьте спину. Затем поднимаем руки вверх и на выдохе разводим в стороны. Скрутка в динамике
Вдох, макушкой вытягиваем. Позвоночник, выдох, разворачиваем. Вдох, возвращаемся. Выдох в другую сторону. Вдох, вернулись. Повторяем. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, еще выдох, вдох. По разу на каждую сторону. Выдох, вдох и выдох, вдох. Опускаем руки, повращали плечами, лопатками назад. Расслабляем плечи. Так. И затем возьмите ремень или полотенце. Выполняем замок за спиной. Одна рука сверху, другая снизу. Соедините руки в замок. Попробуйте сегодня немного больше подвести руки друг к другу. Чуть-чуть увеличиваем вытяжение. И разворачиваем взгляд в сторону от руки. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, заключительный вдох и выдох. Развернули голову, так, поменяли хват на другую сторону, точно так же руки в замок. Чуть ближе попробовали их подвести. И взгляд разворачиваем также в сторону от руки. Дышим, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох и выдох. Возвращаем голову в исходное положение. Так, освободили руки, вытолкните поясницу, спину назад. Руки в обратном замке. И на вдохе уводим рамку рук за голову. Прогиб по всему позвоночнику. Выдох, скругляем позвоночник. Вдох, прогиб. Выдох, скруглили. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох, еще раз вдох и выдох. И вернитесь в исходное положение, проверьте область между лопаток, грудной отдел. Так. Переходим теперь к пояснице. Ставим ноги, одна нога, колено вперед, другую ногу отвели в сторону, полувыпрямили. Рука за колено и за сидушку. Скрутка, разворачиваем взгляд назад и подышите полным дыханием, расширяя живот, ребра и грудную клетку. На вдохе. На выдохе отпускаем. Три раза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Разворачиваем корпус, вытягиваем руку вверх. На выдохе уходим в наклон. Вдох. Подъем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. На следующем выдохе фиксируем наклон, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох,
Выдох, подъем. Руку опускаем на поясницу и уходим в наклон вперед. Опускаем живот на бедро, плечо к колену. Дышим 3 раза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Поднимаем корпус. Освобождаем руки. И выпрямленную ногу поставьте на колено. Проверьте суставы коленные, тазобедренные. Убедитесь, что ничего не болит. Если чувствуете дискомфорт, то пропускайте эту часть. Если все хорошо, взяли стопу, взяли сидушку, развернули. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Затем разворачиваем корпус, руку переносим на колено, другая рука за сидушку, скрутка на бедро. Также 3 раза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Возвращаем корпус. Поставили ногу, вытолкнули поясницу, спину назад. Меняем сторону на другую, точно так же. Отвели ногу в сторону, полу выпрямили. Рука за колено и за сидушку. Скрутка. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Возвращаем корпус. Вытягиваем руку вверх. И на выдохе наклон. Вдох. Подъем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. На следующем выдохе фиксируем наклон, дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. С выдохом поднимаем корпус, опускаем руку на поясницу и уходим в наклон вперед. Живот на бедро, плечо к колену. 3 вдоха, 3 выдоха. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Поднимаемся, освобождаем руки и выпрямленную ногу поставьте на колено. Так. Проверьте снова суставы коленные, тазобедренные. Убедитесь, что нигде не болит. И если все хорошо, то берем стопу, берем сидушку, разворачиваемся от ноги, дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Возвращаем корпус. Переносим руку на колено. Другая рука за сидушку. Скрутка на бедро. Также 3 раза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Заключительный вдох. И выдох. Возвращаем корпус, поставили ногу, поясницу толкаем назад. И теперь убирайте табурет, расстилайте коврик. Переходим ко второй части комплекса упражнения на полу.